Приветствую вас на канале Ecom Hackers. Я Владислава, и здесь вы узнаете все об интернет-продажах. Хотите попасть в телефон вашего клиента и увеличить количество повторных продаж? Тогда стоит обратить внимание на мобильное приложение. Создание приложений не займет у вас много времени и сил, так как все технические вопросы берут на себя разработчики платформы AdvanShop. И всего за один день вы получаете уже готовое мобильное приложение для iOS и Android с возможностью пуш-уведомлений, программой лояльности и личным кабинетом. Давайте с вами установим демо-магазин и посмотрим все возможности приложения. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. После скачивания мы сразу видим логотип и название. Благодаря приложению вы всегда сможете оставаться в поле зрения своего клиента и повысите узнаваемость бренда. На главной странице есть баннеры. Это эффективный инструмент продвижения, который стимулирует клиента к покупке. Пользователи приложения первыми узнают о ваших новинках, акциях и подарках. Личный кабинет с сохранением истории заказов позволит пользователям моментально совершать повторные заказы, а вам получать повторные продажи. Напоминайте клиенту о своем продукте с помощью пуш-уведомлений. Персонализируйте коммуникацию, например, присылайте пуши в дни рождения или напоминайте купить дополнительные товары. Поиск на главной странице сэкономит время и упростит путь клиента к покупке. Еще одна крутая возможность – это программа лояльности. В личном кабинете покупатели могут отслеживать баланс бонусов, копить и списывать их при покупке. Клиенты вернутся к вам, если будут знать, что при следующем заказе их ждет гарантированная скидка. Быстрая скорость работы позволит клиенту моментально находить нужный товар и совершать покупки. Процесс создания приложения не вызовет у вас затруднений. Вы переходите по ссылке, которую я оставлю в описании, и оставляете заявку. Согласовываете все детали и предоставляете информацию о вашей компании и ваших товарах. AdvanShop совершенно бесплатно создаст для вас демо вашего приложения, и уже после этого вы решаете, продолжать сотрудничество или нет. Все этапы настройки и публикации берут на себя разработчики платформы. Вам отправляют на согласование готовый проект и при необходимости в него вносятся корректировки. Далее заключительный этап – это публикация приложения в App Store, Google Play и RuStore. И вот вы уже в телефоне у вашего клиента. Таким образом, всего за один день вы получаете уже готовое мобильное приложение для вашего бизнеса с постоянной поддержкой от разработчиков. Оставляйте заявку по ссылке в описании на создание собственного мобильного приложения. До скорых встреч и хороших вам продаж!